Итак, Анжей фон Брауш, «Обер манекен». Добрый вечер, друзья! Я вас не слышу! Восьмидесятые давно прошли, эпоха золота и нефти наступила сейчас. Это эпоха декаданса. Сегодня в стране кризис, и мы решили выступить такой программой, где подчеркиваем, что мы с народом вместе. То есть мы сократили, как во всех крупных компаниях, топ-менеджеров. И сегодня обер-манекен выступает топ-менеджер Ринго. Топ-менеджер я, Андрей Захарович Лавров. Начинаем. Ночной портье. Пустой ответ в ночной портье.